Сегодня в матче 31-го тура Барселона на своем поле принимает у Барселоны Леганес, команда Ренов, и мы смотрим за тем, как будет развернул Умар. Возглавляет Асьер Гритано. Фигура очень любопытная. Например, Лионель Месси начнет игру на скамейке. Ну, очень уж долго здесь Арасо владел мячом. Конечно, мяч у него забрали. Каутиньо не удалось войти в штрафную с мячом. Ему поставил Пике направо. Лионель Месси дальше на... Это может быть не самый очевидный штрафной, но тем не менее. Здесь вопрос. Совал контракт с Атлетиком Бильбао командой. И, собственно, момент. Андрес Иньеста тем временем попадает в объективы по центру. Лионель Месси набирает ход. Дембеле в штрафной. Прекрасно разыгранная комбинация. Атлетику и Реала. Конечно, приятно оказаться выше Барселоны. И справа, и слева он может. Роберто играет на позиции левого защитника. Навес от Каутиньо. И удар Жерара Пике. В Испании говорят о том, что очень серьезно относится вот к этой... Ох, какой момент у Суареса, если бы он сумел мяч протолкнуть в ворот, если бы он протолкнул его, если бы он в ворот пошел. Очень красиво мог получиться. Вдоль штрафной площади здорово разглядел Каутиньо. Тот обыгрывает и бьет по воротам. И вот первый по-настоящему серьезный момент. Филиппе Каутиньо наносит удар в ближнюю угол. У Месси мяч под правой ногой, не стал он бить. Попал, судья, правда, не свистит. Дембеле забрасывает штрафную. Офсайда нет. Суарес. Вот такие моменты надо забивать. Куэль. Очень многие футболисты незаметные. Хотя и что здесь. И моменты за первый тайм Барселону создает. А это штрафной удар. И еще одна голевая. Всего будет Лео. В обвод стенки не получилось. Сейчас все по-другому. Месси. Ну, это карточка должна быть. Конечно, здесь просто срубил Лионеля Месси. Ну, а вот Асьер Гритано, он объявил о том, что он в маркетинговых. Жители этого города и команда тоже получили ход атака Леганеса. И Ракитич просто великолепный. А это предполагает трансферной кампании. Рамос Умар в пока на том уровне, в котором он играл в Барселоне, играющий не в... Кажется, что не появлялся и вовсе. Какая-то интрига заживет, особенно перед матчем. Вариация на тему Хаки. Удар по воротам. 1-0. Лионель Месси. Абсолютно классический для Барселоны гол. Вот что значит фол перед своей штрафной. Команды, в общем, с достаточно скромным бюджетом. Омар Рамос подает. Леганес сразу же достаточно... Далеко не всем это нравится. Спонсоров дополнительных привлечь. Это вызвало неприятие болельщиков. Месси может второй забивать. 2-0 в пользу Лионеля Месси. Прекрасная передача, которая проходит по Барселоне в вопрос. А шестерку будет, конечно, очень серьезная борьба. Суарес не забил третий мяч, но он был в положении вне игры. А Куэльяр... Опять его нападение. Эльжар становится центральным нападающим. Тем счетом мы с вами уходим на перерыв. 27-я. Амрабат. Он играл под 7-м номером. И это все-таки довольно серьезный разрыв. Асьер Гритано, главный тренер Леганеса, обслуживает сегодняшнюю встречу. Был в штрафной принять мяч, но там в подкате здорово сыграл. Достаточно... Легко можно себе понять, что ли, это чувствуете и иметь. Не случайно, довольно большой. Кстати, Клаудио Баве сейчас мог забить свой третий мяч в сезоне. Отличная передача на дальний угол площади ворот. И здесь Баве никто уже... Каравии... Это жестко. Сиовус уже не первый. В Каравии получили клубы за то, что предоставили испанским игрокам. Хотя клубы на этом... Получила сразу же ответ от Леганеса, правда, Вермалин. Дембеле, подача, момент, Пике. О-о-о. Как же так? Вне игры, конечно. Мячи на свободное пространство, передача, Семедо. Стилистически нужно от Суареса. В штрафной никого нет. Но и может даже организовать момент. Подача. Удар в исполнении Эльжара. Но все контролировал Терштеген. И разминается сейчас в зоне для... Хороший пас на Филиппе Каутиньо. Одна проблема. Он был в положении вне игры.
что соперник столкнулся с судьей. Все, передача на Суареса. Ча. Может получиться что-то интересное у Лиганеса. Удар по воротам Эльжара и 2-1. Вот так вот свой момент Лиганес в Месси. Какой проход. Суарес мяч в воздухе. Здесь Месси. Нарушения правил не было. А вот здесь уже Филиппе Каутиньо. Все-таки Месси. Прострел на дальнюю штангу, а там нет Суареса. Все могло быть совершенно иначе. Впрочем, еще может Лео Месси. Пытался перебросить мяч через вратаря, тот сыграл руками, но внутри штрафной площади Месси. Иначе, конечно, на пустые ворота вывел бы мяч. Было 110, так что это практически регулярно. В испанской лиге сразу несколько команд так довольно неплохо себя сезон. Это как бы обязательная часть программы. А вот дальше были... Получает передачу от него Дембеле. Суарес в положении вне игры. Нет. Нет, не в этот раз. И снова он бьет мимо ворот. Очки обойтись. Месси. Пас, Ракитич на перехвате. И еще. Все смещается сам. Пути к чужой штрафной. А там, глядишь, и момент свой у чужих ворот. Эра. Сбрасывает мяч на Бове. Вот это уже интересно было, как так получилось, что получил на паске паре. Не Суарес, не прав, но он тут же извиняется, он уже потерял равновесие, и поэтому... Увидишь репетицию ответного матча против Барселоны принимала. Об этом тоже уже сказано много. Суарес, на бегут три соперника, передача Ракитича. Барселона отбивается спокойно в этом эпизоде. Снова Ракитич, Дембеле, Месси. Есть третий гол Лионеля Месси в сегодняшней игре, но нет, он отменен. Он отменен, потому что Бонго Эче 100. Жерар Пике на острие. Мяча, то счет стал бы 3-2. Но атака продолжается, еще один момент. Суарес. Как же 9 стало у него по 22 у... В гонке бомбардиров. Самое главное то, что 3 очка. 79 очков. Это понравилось публике. А вот момент сезона. И именно благодаря этому команда вне борьбы за выживание. Ну а с Барселоной сегодня шансов было немного. 3-1 в пользу Барсы. Хет-трик Лионеля Месси. И Барселона продолжает лидировать. Михаил Поленов вместе с вами смотрел за этим матчем. Спасибо за внимание. Болейте, болейте за своих.